В начале встречи председателям ТОЗов продемонстрировали фильм об обновленном Сочи. Впрочем, каждый из присутствующих знает не понаслышке о том, как Сочи менялся за эти годы и предстал перед гостями Олимпиады городом новых возможностей. Главное постолимпийское наследие для самих горожан – это новая инфраструктура, модернизированные на курорте все без исключения сети. Обновился и внешний вид курорта. Улицы Сочи зимой превратились в сад. На курорте было высажено символическое число растений – 2 миллиона 14 тысяч цветов украсили клумбы олимпийской столицы. И это тоже наследие, которое нужно сохранить и поддерживать в первоначальном виде. Работа по всем направлениям будет продолжена, отметил Анатолий Пахомов. Мы не будем прекращать вот такую уборку, которую мы сейчас начали. То есть мыть центральные улицы и вычищать ухаживать за зелеными насаждениями. С апреля месяца начнем посадки. У нас город вот весь, вот, где зеленые зоны, цветов будет еще больше. Вот, и мы просто не можем по-другому. Мы задали тон, мы показали старт. В преобразовании города наряду с руководством Сочи принимала участие городская общественность. Рука об руку трудились и сотрудники городских структур, и сами горожане. Усилили нашу работу общественную, проводили не только следили за чистотой и внешним видом, но и проводили рейды совместно с полицией и проводили рейды по детской безнадзорности. Понимали, что надо, да, что мы должны встретить достойно. Вот. Люди у нас отзывчивые и достойные. Глава Сочи обратился к председателям ТОСов с просьбой не сбавлять набранный темп и не быть безучастными. Сочинцы должны чувствовать себя хозяевами города и поддерживать в своих районах чистоту и порядок. Мы все будем делать вместе с вами. Дворы за вами, друзья. Чистота во дворах – это ваше дело. Зеленые зоны будут вот как сегодня, в идеальном состоянии. А вот дворы, будьте добры, вместе с домкомами взять на себя. Наиболее отличившиеся микрорайоны глава города отметил благодарственными письмами, почетными грамотами. Вручили председателям ТОСов и памятный подарок – книгу о преобразованиях города Сочи. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.